Добрый день, дорогие друзья! Категорически всех приветствую, с вами на связи Аркадий Толкенвейт, и мы продолжаем с вами играть Dead by Daylight Mobile. Сегодня будет смертельный номер, в кои-то веки Аркадий будет играть за сурвов, поэтому все, кто ожидает какой-то убер-крутой игры, могут сразу закрывать это видео и идти отдыхать, потому что, ну, Аркадий не особо сильно играет на сурвах, и я здесь это делаю только для того, чтобы показать вам, какими навыками обладает Юи, как ими пользоваться, ну и всякое подобное. Поэтому давайте посмотрим, с каким набором перков я пойду в игру за Юи. Само собой, я беру все три перка, которые базовые, стандартные, есть у нее. Первый перк называется «Форсаж». Этот перк дарует нам ускорение, если мы находимся рядом с сурвом, который переносит на плече. И плюс к тому же, если по нам дают удар, то выживший будет вырываться из рук мана гораздо быстрее. В принципе, этот перк хорошо работает с крушителем, но крушителя у меня пока нет, поэтому будем использовать тулбокс для этого, чтобы хотя бы можно было сломать, как это говорится, крюк, если вдруг мы будем видеть то, что кого-то вешают. А дальше любыми средствами. Этот перк позволяет нам поднимать доски, которые были нами же, либо же другими игроками положены, но не сломаны манами. Перк откатывается определенное время, поэтому периодически можно поднимать доски, но, честно говоря, этот перк очень плохо работает, потому что чаще всего маны все-таки ломают доски. И третий базовый навык Юи — это везение. Он отключает кровавые пятна, которые идут за нами в том случае, если мы получаем ранение. Ну, и этот перк действует определенное количество времени в игре. Честно говоря, вообще бесполезный перк, но почему бы не попробовать? Для того, чтобы хоть как-то видеть сурвов, у меня есть связь. Связь мне нужна будет в том случае, если я увижу то, что за кем-то гонится из сурвов, из друзей, кого положат, и чтобы я мог потихонечку подойти и при помощи форсажа получить на себя хит и после этого сломать крюк. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что получится в игре. Наверное, единственный и особо ощутимый плюс игры за сурвов — это то, что игры находятся гораздо быстрее, чем за манов. Но, в принципе, и за манов в последнее время игры находятся достаточно быстро, пару минут, и игра уже найдена. Я вспоминаю те старые добрые времена, когда игры искались по 5, 10, а то и больше минут. О, против нас траппер играет. Найс. Так, мы не используем... А, тут лидерство. Я думаю, с чего вдруг у меня внезапно ускорение починки прошло? А это, оказывается, у нашей толстушечки есть лидерство. Так, где он? Где он ходит? Где? Где бэби-траппер? Вот он ходит, вот он. Пока непонятно, бегает ли он за кем-то, либо же просто поднимает пока свои трапы. Надеюсь, что пока просто... Окей. Мы его приманили к себе, наверное. Да, вот он. Но он какой-то потерянный. Подставляем нашу бабеночку. И давайте побегаем за ней аккуратненько. О, он меня испугал. Я думал, меня сейчас будут бить. А фиг там. Бить меня пока никто не собирается. Есть. Быстренько ломаем крюк. Есть. И вот видите, мы сейчас кровь не теряем. Оу. Понятно. Давайте сейчас опрокинем доску и ее поднимем. И. Вы, ребят, трели. Вы против бэби-траппера так? Так, уроки улиц. Мясник, конечно, приятная вещь. Ну, мы завели два гена, в принципе, нормально, и мы чувака спасли. Я побежал дальше спасать.
Ребята пусть там развлекаются, но мне надо отхилиться по-любому. Так, трапа. Грёбаный автобег. За мной? За мной. Грёбаная лестница. Окей, они спаслись. Второе повешение, два генератора. Нам сейчас главное не слиться на альтруизме. Нам сейчас главное не сливаться на альтруизме и спокойненько играть. А то будет грустно и печально. Так, один чувак заводит. Под меня тут где-то ставят трапу. Да, вот там вот. Все-таки надо добавить возможность отключения автобега, потому что чаще всего, мне кажется, ну, не знаю, как вам, но именно мне кажется, что чаще всего автобег, который включается после того, как вы некоторое время бежите вперед, чаще всего мешает, а не помогает нам. Так, все, меня спасли. Подхил? Окей, подхила не будет. По крайней мере, не моментальный. Ну, кстати, удобно то, что... То имеется в виду то, что я следов не оставляю. А ман может перепутать меня с сурвом, который уже... ну, который меня спас. То есть он не увидит следов и не поймет, откуда я раненый с крюка убегаю. Тоже, как, кстати, неплохой такой плюс. Дохиливайте, ребят. Спасибо. И побежали отсюда. Здравствуйте. Да, опять за мною. Так, там перехватили его за счет того, что... Так, а мне надо снять трапу вот тут вот, которую он поставил. Так, надо аккуратненько. Он где-то здесь ее вот ставил. Он где-то ставил ее здесь. Вот она. Мы ее дизармим. Нойс. Там... Я не успею сломать крюки наверху. Да, я просто банально не успеваю, потому что... Если был бы у меня крушитель, то я видел бы ближайшие крюки, к которым можно отнести сурва. И за счет этого я бы мог бы знать, какой крюк надо ломать. Куда он двигается. Но так как крушитель у меня не выпал пока, приходится по нейтию. Ну и плюс к тому же, то, что я играю без связи. Если бы мы играли со связью, то тоже было бы гораздо легче. Так, аптечка, пожалуйста. Спасибо, игра. В нужные моменты, конечно, выдаешь нужный предмет. Так. Чувака положили, значит, надо бежать спасать. Я очень сильно надеюсь, то, что последний чувак у нас спасает. Окей. Опять. Вот в самом начале получилось предугадать, потому что плюс я к тому же близко был к чуваку. А сейчас я вообще не близко был. Так, пойдем отсюда, нафиг. Ух. Тут самовзводки, что ли, или как? У нас какие-то яркие проблемы с заводкой стали. Так, надо сесть заводить. Надо просто сесть завести один ген еще. Так, он там где-то мне ставит гадость. Пойду-ка я отсюда подальше. Здравствуйте.
Ау. О, он доску не ломает, удивительно. Не успею. Чуть-чуть не успел. Зараза. Не успели. Ладно, второй раз висим. Еще есть возможность убежать. Если сурвы будут заводить. А может быть и не будут. Мы же не заводили все это время. Так, спасибо. Так, ну все, мы переходим в режим гребаного стелсера. Давай, подхили меня, пожалуйста. Все. В принципе, у нас уже трое умирают окончательно. И нам надо заводить. Нам кровь из носу, надо заводить генераторы. Мы первые два генератора дали хорошо. Один потом дали херово. И вот сейчас у нас прям просто все плохо идет. Так. Надо все дома прочекать, потому что я не точно не помню, где еще могут быть у нас генераторы. Здесь мы, по-моему, уличный завели. Да. Вот здесь вот может быть еще, по-моему, где-то. Так вот, его и завели как раз таки. Тогда нам надо бежать в тот дом, где я начинал заводить, и там завести последний ген. Прошу прощения, нос чешется, битым буду. Так, траппер. Мы знаем то, что ты хочешь кусочек вкусненькой Юи. Но тебе его не дам я. Так, здесь чисто. Здесь я видел... А, здесь сурф, который завел. Ну, тут, видимо, все так же, как и я, ищут... Ищут генераторы. Так, генератор вот там вот точно, да? Вот он его прочекал. Да. Чуть-чуть его поремонтируем. И в случае чего сразу же будем уходить. Чувак, извини, здесь кролики. Ищи свой генератор, а лучше отвлекай. У Аркадия лучше всего получается заводить, это реально. Ладно, чувака у нас достали из... из ящика. Ну ладно. Он, по-моему, у нас все. Да, он у нас все. Теряем чувака. Я, кстати, не успею завести ген. Если он сейчас... Да, он сейчас, сломя голову, будет идти ко мне. Где-то там наверху ставят трапы. А, внутри он ставит трапы. Окей, продолжаем чинить. Застелсили. Он где-то на втором этаже, да, поставил, выходит. Он ищет меня.
Так, ломает ген. Так, уйдем-ка отсюда пока. Ну, у него остался что-то наподобие треугольника, как я понимаю. Он отпустил. Найс. Так, тут тулбокс придется использовать. Потому что, чтобы завести и убежать. Но это нет. Но уйти мне тут вряд ли удастся, потому что мне, скорее всего... Окей. Ну ладно. Не получилось. Но один раз мы все-таки смогли это сделать. Мы все-таки смогли спасти чувака при помощи крушителя. А, ну последний убегает. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Ну, не мансер полтинник, но хоть что-то получилось, я считаю, да? Ну, против Бэби Траппера, конечно, мы очень херово сыграли. Мы очень сильно затянули игру. У нас не получилось в конечном счете завести все достаточно быстро. Ну, ладно. Чего? Ну, тут совсем было грустно. А, у него барбекю было. И сеющий страх. В общем, грустно, печально. Но нужны перки хорошие, чтобы крушитель и форсаж работал по-нормальному. Всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока.